Напуливать в правую сторону, где этот крест. На второй фазе, который копатель с креста выходит, ты его не бьешь, вообще не трогаешь, он его контролит будет. Тебе главное дальнего одного будет напуливать. Скан, а ты хилишь главное танка. Он тоя, чтоб не уронить меня. Это на второй, да. Когда вторая фаза будет, когда 30% у босса будет, когда выйдут копатели, крест не трогаешь вообще, специально метку видишь. Дальше. Меловица, к тебе сразу обращаюсь. Смотри, вар 6-й апати, я его специально перекинул, чтобы ни шилда на него не вешал, ничего вообще просто. Забудь вообще о его существовании, у тебя только рейд. Дальше, что я, блядь, хотел. Что я хотел еще? Возьмите камни локовские. Стояли, не стояли, хуй знает. Че, бопы там, первое взрывание один, да, на втором два уже. Да, на первом взрывании один скана будет первый боп давать. Он и один. Но на первом взрывании. На камни еще 2 минут хотя. Ну я понял, ладно, ничего страшного. Алканфел, теперь с тобой. По листу. Яды на срез резать. Ну, срез хила ты имеешь в виду? Да у нас ШП есть, там взрыв разума вкачан. Типа. Ну ШП 20% дает только эти. Ну да. Тогда Алканфел на я намажешь. И там батыкой, ну, оба можете намазать вместе с триплом, нейтрализующий яд, кто там быстрее потыкает, а ну больше кинул не спинал. Давайте с первого трая Володька плащ хочет огильный. Надо убить. Так смешно, так, Серег, спасибо. И еще. Да на второй фазе. Да можете хоть с пула, похуй. Без разницы, можете хоть с пула. Не менять спинал. На второй фазе главное, чтобы она висела. Алканфел, теперь смотри, с тобой выходят копатели. Ты должен напулить на то этих копателей. Смотри, первый выходит вот тут вот в трусиках примерно. Второй где-то вон там в полумесяц. Вот два копателя эти метки постоянно, откуда ты выходишь. В смысле, ну можешь говорить, конечно. Три, единственное, что хотел узнать. То есть сначала я кидаю на пул, на танка, на то я, да, и получается потом бегу бить. Или же сначала бью и потом подвожу и напулю. Тебя ж убьют, блять. Конечно, ты сначала на пул кидаешь на тое. Он будет в печеньке вот здесь до лужи стоять. Кидаешь на пул и потом только бьешь. Если ты ударишь без на пул, он тебя убьет. Сожрет. Вот. На первой фазе там буквально тебе по одному удару надо будет делать. На второй фазе там придется, ну, по несколько ударов делать. Может даже больше. Ну, влить нормально ДПС, чтобы они не сорвались на хила. Понял? Символ есть на плюс 4 секунды на пол. Да, можешь символ поставить. Понял, конфил? Ну, ребят на рогах, от вас очень многое зависит, поэтому, ну, как бы, блядь, старайтесь, ну, в плане на пола. Кроме вас некому больше на поле. Так, остальные все были? Или кому-то что-то объяснить, какие-то нюансы? Напоминаю, вот эта лужа, которая в печеньке, она неприкосновенная, блядь. В нее нахуй никто не заводит крипы. Саппорты у всех есть, я надеюсь. Про напу на перефазе, на всякий случай, скажи им. А, и да, и ребята, когда нуб закапывается, когда мы идем бить копателей, не напуливайте на тою, пока нуб не выберет метку. Кому сам нужен саппорт, ретенху обмен. Ну, метка печенька. Это на второй фазе сбиваете. Так ты Яшей позбиваешь. Что по бопам, кто первый, кто второй, кто третий? Первый дает скана боп. На первой перефазе, когда он закапывается, тебе не надо меловиться, перепивать саппорт. Ты стрешься в ПД. У тебя шилды зависят от саппорта. Хотя, похуй, перепивай. На второй. Не стоило. Яша, позбиваешь сферки, хорошо? Угу. Все, окей. Давай, терчи на полумах.
поставь еще раз камни, пожалуйста. Мать. Возьмите все камни. Все, у кого нет. Это на вторую фазу. Когда видите, что умираете, нажимайте. Это когда на вас на второй фазе эта метка висит. Deadmoves, X-Time. А, еще на второй фазе. X-Time вылетел. На второй фазе все под босса, под жопу станете в один фрейм. Как на ребре, короче, в целка. Ну, все под задницу просто еще. У нас три Ршама, поэтому будет заебись прохиливаться цепнухой. Вы прогом СС отдали? У нас один СС только. Батя, дай СС по Алканфилу, пускай кдшится. Трипл тут ближе будет. По Алканфилу может доставать еще немножко. По кому? Алканфил, второй патирок. Все, вроде все тут. X-Time, у тебя нормально, не лагает он? Блять, это не вовремя. Арсена полубав еще раз. Нормально. Все, окей, отчет даю. Таймер не забыл. Дал отчет. 4, 3, 2, 1. Поехали. Блять. Да ёб твою нахуй. Дал халю. Копателей на пул. Ваня, стан. Да блять. Лаги. Готовься. Копатели на пол. Готовься, стан. Да, я с таймером все. Да, окей. Центр все отбежали быстрее. Центр. РДД можете бить уже копать. Людишка побежал. Скана твой первый поп. По копателям сыграем. Отойди, Фрайант. Давай, поп. Бля, чуть не отъехала людишка. Жди пока, людишка, я скажу, когда заходить. Блин, конешься вперед просто. Нажимай, блин. Тау, заходишь в лужу, просто заходишь в лужу. Скоробеев Мелизона заводите. Войд выбежал. А не, не Войд, кто-то другой. Астроплатин выбежал. Сферку там сбейте одну, пускай заходит. Блять! Долбок ему на всякий случай. Блять, ну ладно, хуй с ним. Сейчас не, он вылезет. Не, сбивай, не сбивайте сферу. Сейчас вылезет. Скоробеев добиваем, приоритет потом по нам. Готовьте копателей сейчас на пол. Сейчас вылезет. По копателям на пол, Скоробеев добили быстрее. Блять, не лутайте на себя жвалы лишние, пожалуйста, ребят. Копатель хоть. Ну, блять, ну, трипл. Угу. Еще один, блять. Кто зашаклил его? Нельзя шаклить, блять. Особенно на первой фазе. Да у... Шаклиться только на второй фазе, на первой нельзя, да.
Любой ДК может таунтом отвести, подвести его просто под избам. Копатели на пол. У кого лед стоит, кстати, из палов? У Варгена. А у кого боб остался последний? Войду. Ой, да. Хуёво, что слили боб, но... Ну, я просто смотрел, у него там метр остался до жвала. Ну, у нас три сферы осталось. Побежали в центр. Так, Войд побежал, сам по себе боб дальше. По копателям влились быстрее, дали максимальный ДПС. Скоробей в мелизону потяните. Может, на ботах там еще побегать, если есть. Нет. Нет, да? Ну ладно. Жвалы не лутайте, ребята. Только паладины, чтоб есть, которые баблы могут скинуть. Ромашка в лужу заходишь сразу. Если есть боты, там можешь побегать чуть. Только не проебись, пожалуйста. И заходи в лужу сразу. Заходи, заходи, заходи. Красава. Я последняя лужа надо. Да, она взорвется по-любому. Тау, заходи в лужу. Блять, это... Ой, как хуёво сейчас, нахуй. Скан, у тебя боб не откадешился? 5 секунд. По войду... А, блять, войда КД, нахуй. Пизда, а нахуй, зубы что а, нормально, нормально, нормально. Вышел. Скоробеев приоритет добили быстрее. Скоробеев приоритет добили, потом босс только. Стаки не лутайте, на ком стаков много скидываете. Это я палом говорю и магом, если есть, но... Копатели на пол. Все, по боссу играйте. Блять, что там с копателем? Забери, Ваня, с усада копателя. Можешь забрать? Ее, отведи этого копателя, пожалуйста, к Тою. Блять. Тау и Волк, вставайте оба, сами своим крестом. Не надо БРы давать. Ну, блять, ну не просил же, ну, сука, ну, ребята, слушайте, пожалуйста, блять. Ребафнули шаманов. Бестамин. Сука, минут БР, нахуй. Инер Яша залей по Волку и Детмус по Тау. Копателей на пул, копателей на пул, копателей на пул. Стамину себя сняли, саппроты выпили. Геру дали фул ДПС. Встали под босса, под один фрейм. Чтоб цепнуха лучше прыгал. Готовься, Бориген, давать лед. Давай, монолёд. Да. Боже. Готов сейчас копать, ты будешь, давай. Угу. Забери ауру, Войд. И дай ей лёд сразу. Да, там ауру. Давай. Да. Постоянно бабл с экрана. Копатели на пол. Одного зашаклите. Ну, блядь, кто ж ты шакал сбил на? Абориген. А, ты уже давал. Сканы, забери лед, нажми ма на лед быстрее. Огурцы ждите, у кого хп мало, кто не, кого не хилят. Прохил меня, блядь, сейчас умру, нахуй. Да ладно. Раянти, гимн на хп дай. Аус, гимн на хп. Сейчас копатели новые, готовьтесь. Здесь копатель на пол. За контроль бестия, ага. Трипл. Трипл БР, Дэдмус быстрее. Копателя. Блять. Копателя ферни Войд. Фернул абориген. Дэдмус БР быстрее по триплу. Быстрее БР дай. У кого там гимн на ХП бестия или аус, не помню. Дайте гимн на ХП быстрее. Играйте больше по нубу. Скоро новые копатели выйдут. Блять, скан умер. Прохил рейд. Огурцы жрите и сывы свои. Обновите шаквы. Прохил. Блять, эсбаунд дал. Копатели на пол. Ферните копателя в мелизоне быстрее. Копателя ферните. Отдал ма. Угу. Меня немножко поднимите по хп, сейчас умру. Обновите яд на нубе. Играйте по нубу быстрее. Надо добивать нам.
Либо пизда будет. На сар... сакру дал. А ну-ка добивайте. Хорош, блядь, молодцы, нахуй. Вообще пиздец, блядь. Сука, вы бы знали, как лагало. Просто рот ебал. Молодцы. Второй рейд. Можно во второй рейд ходить? Есть место? Я чисто, блядь, по наитию эти станы ебущие даю. Чисто вот... Ярость горошит, ребят. Ярость горошит. Ярость. Ярость, парни. ГЦ Яш. ГЦ. Спасибо. Пизда, блядь. Какой плач упал? Ярость горошу. Силовой. 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 О, хорош, хорош. Конечно, молодцы, ебать. ГЦ, да. Перел, нахуй. Гривидики, не дадите на... Первый рейд, блядь. Пиздец. Если вы Ридиги сейчас не дадите две соточки за то, что он красавчик, нахуй, я, блядь, лично зайду дам, нахуй, завтра. Вы видели, что он творил, блядь? Вы видели, что он творил, блядь? Слышите, как Настя ругается? Он сливался с ГКДшки, нахуй, в хил, блядь, тойче. И только из-за этого вы выиграли эту хуйню. В смысле? Алло, блядь, бомжара. Схавал Володя, получается, выпил припотно, шампай, алло, блядь. Это еще и плащ силовый, да? Володя, да, получается, энх не хуйня, да? Не, там баба счастье в себя вливал, может, я видел там баба тысячу. Я видел, как в конце было в тойче, когда он уже сдыхал просто. Ролите трофея сразу 5 штук, а потом она... Дайте... Так что, я жду 2 сатыги для Володи, блядь, дай бог их не будет. Линк ДПС пан. Да сиди там нахуй, блядь, подгузники меня нахуй распиздился бы. Красавцы, молодцы, парни, молодцы, блядь. Получается, первый состав слабое звено, блядь, что можно сказать. О, Бурлан пришел. Ну мы, блядь, не закрыли, потому что у меня зависло, там я долбоёб. Ну как долбоёб? Сразу понятно, что слабое звено, блядь. Какой первый состав слабое звено? Какой первый состав слабое звено? Там тут косты сбиваются, а у нас почему-то нет. Ну я, походу, в той охе вообще не проходил. Косты бы лучше. Роги первый раз напулили вам, блядь. На чистить по 2 сотки. Да, молодцы. Не понял, блядь. Где моё ИП, блядь? Вот эти запы кожаные с двумя дырками, они на ретрика идут? Ладно, я же хуй с ним, тебе тогда, что первый раз тоже, по-моему, ну, все-таки еще не так. Изи плюс 200, парни. Сейчас, подождите. Сколько там, 2к, я не помню, нахуй, за 50 вообще, не помню, что такое. Сейчас гляну, что первый килл, 3к, блин. А МГГР сегодня будет? Че по времени у нас? Ну, в принципе, можно, блядь, сходить. Не, закроем обычки, наверное, сейчас полайте завтра. Этот гэм-хэм, короче. Дядя Гэма, можешь мне с вами на паладине в обычке? У меня обычки так это везде уже. Так, 1400... Всё еще 400-800 получается. Ладно, для первого ФК, для второго рейда, ладно, давайте, для 300. 508, очень такие. Хорошо. Я бы сегодня Геру сходил, то завтра на сутках. А можно Боригена привязать к Боригену? Минус 300 можно сделать. Зачем? Вон, пускай Рит этим занимается. С Аборигена сними и привяжи Аборигена к Аборигену. Абориген еще нюхат, или как-то правильно. Абориген, да? Давайте по луту сейчас. Это хуйня надо? Так кто плащик забирает силовой? Сейчас посмотрим. Кинкей? Кинкей? Я, по-моему, не давал, зачем? Кинкей забирает, походу. Или Войд Лайт их, да? Войд? Ну, твой обмен. Возьми смурфа. Я бы... А, блядь, точно. Подожди, смурф, а тебе надо этот грудак на танка? На танка нет. Все, тогда все. А вопрос такой, 50% и по тем, кто на замене, типа фул и по 50%, или если ты бы на боссе... Ты фул получаешь, потому что ты КД принял, остальные 50%. Ну ладно, хуй с ним, пока что я всем начислю, но вообще, типа, кто на замене получает половину. У кого мейны, чтоб обидно не было, если они попадают не в один рейд, то тогда буду фул начислять. Наверное, так и сделать. Так бы лучше всего и правильно. Зачем им EP, если они не попадают ни в один раунд? Можно просто их кикнуть? Дело не в этом, не то, что кикнуть. Дело в том, что просто... Он будет... Во-первых, он будет танчить этот дремич, который не попал. А во-вторых...
просто ДК слишком много было. Так, Детмус, окей, 10. Рит, поснимай ИП, пожалуйста. Слишком много ДК, когтей нет. А, да? У Дирмича есть в обоих спеках. Ну, если я потом так, спек сделаю, третий еще надо. Кто там чё, кого забирал? То я 10, и Детмус 10. Все, дайте лут спокойно разрулить, пожалуйста. Парни, нужно кому-то трофеи, что? К сове обращайтесь. Танковские штаны. Сейчас за 10, если... Хейли, у меня есть такие, сейчас скажу. Могу забрать, если никому не надо, прям срочно нов. То я могу забрать себе, а потом собирать мастерство. Чисто на 10, если никому не надо. А тебе надо, сможешь или не надо? Заберу. Если вот то это офспект, я заберу. Ну что, вы пойдете, магик, хрен. Левая рука. Не, пойдем, закроем сегодня обычки. Че, смур забирают? Маги. Да. Там дохуя время на хэм надо. Не факт, что успеем. Маги грул хэм. Ну там, блядь, не быстрое дело. Там еще в некоторые не успеют. Блять, мне кажется, мы не успеем. Ну ладно, хуй с ним. Сейчас пойдем тогда. Магику можно Гер. Пойдем Гер, хуй с ним, завтра обычки оставим. Тем более у нас некоторые сейчас откиснут, я не знаю. Если люди останутся, то пойдем. Блять, еще откиснут рейд тайм до 12. Блять, ты понимаешь, ну как я могу вас надержать, если его там бомбят, вот к примеру, ну. Блять, его проблема. Жестко. Ну, что поделать? Реально, рейтайм, блядь, с 8 до 12. Так, Вас, а ну-ка вы скажи, у меня рейд, пошли нахуй. Ну, вообще-то в Киеве вот. 6 уже нельзя ходить. Нет, этот обмен звезде бесть. Это пор, надо кому-нибудь роги? Толкомфилл да, 10, окей. Толкомфилл обмен. Это тоже хороший топор, но... Помню, кто-то ходил за ним и не ушел, мне панель. Это надо кому-нибудь? Я тебе запуск сам. Доля, хочу. Нахуй тебе надо, блять, отпусти. Из-за хосты. Все, нахуй, не трогай доля. Это из-за хосты, реально. Я бы тоже брался на хиваску не был рыбу. Ну давай, мне ешь. Да я понял, ребят, хорошо. Доля хоста. Красава, с МП5. Похую. У меня таких уже в сумке 2. А ты хил? Да не, вы оба на успе кролите. А, говоря, окей, пришлось. Тогда. Да, вы пишите, если на оф, то пишите 10 оф, и тогда поехали. Вот так примерно. Давайте уже сразу. Сколько вы хотите поставить максимально? Давайте такие цифры. Да ладно, собирай 5. А если нет, то пишите сразу. Давай обмен. Дальше. Надо тебе кинжал 3? Кто плащ забрал? Да, еще никто не забрал, еще не развалил. Это надо кому-то отдать. На медведя дать, может, не надо этот посох? Звучит как план. Заберу на Трамп, кстати. Это мус обмен. Наруще. СПД метки скрыт. На маге, блять, оф спек, нахуй, прикольно, блять. Сейчас бы на магию спек иметь. Ну там уже на мой народ. Типа лоф, потому что забыл. Тау 20. Ой, тау, блять, батя 20. 3, 2, 1. Батя, нет. Наруч. Да это пиздец. Как думаете, на ретрика ролить, нет? Пацаны, посоветуйте. А че он еще дает? Хороший, наруч. Мастерство дает больше. Похуй, пускай меткость. Позже. Меткость скорее 270. Бис, говоришь? Да похуй, пускай забирай, это же роги. Я на мишку хочу, сука, такие, блядь, туда стамины въебать, нахуй. Пиздец просто. Косарь, стул, блядь, убийца. Не, ну это бис на ручью, хуя. Это до целка хм. Ну да. Они даже лучше с рука. Да, лучше, чем обычные эти. Ну
Грому. Ну, пускай роги носят. 2к. Дальше есть ставки, нет. Если не ставите, ставьте минус. Вы заебали так сейф в молчанку играть. Трипл. Спасибо. 2к, окей. Дальше. Это еще один топор. Рид, ням-ням. Да. Это уже 2.6, это уже. Так, пошли отсюда нахуй. Мое, не отдам. Слышите, дека, нахуя роги он. Там еще. Классно. Подожди, так ты мечи и кинжалы, так ты на каком спеке ты бегаешь? Это другой ролик. Что, он в комбате все нормально. А, ну, типа. Другой. Ну, хуй знает. Рид, там, если что, приор на мейн, он все-таки мейн. Ну, 2500, если что. 2.5, локенхилл, давай. В смысле, он 2 поставил, потом 2.5 сразу же. Ну смотри, ты 2 поставил, а он 2.5. Потом 2.5, но. А ничего, что я хочу еще с ним подраться. Дай, пизду. Ладно, сейчас, блядь, переролите, заебали. Дайте ему плащ, пожалуйста. Силовой. 10 войт. Оф. Твоё оф. Пускай берет, мне похуй. Давай, твой обмен. Блять, давайте начинайте ставку там, блядь, больше. Ну, с 2500 начинайте тогда. По времени теряют. А у конфил 2500. Че, Рид обиделся. И нету больше энхов у нас. Володя, дерись, мужик ты или кто? Он что, отошел, что ли? Ну потом переговоришь. Да ладно уже, чего? Так, зайдите на стрим, да, там что-то говорили. Ладно, давайте пока это. Танковский этот меч. Старплатином 10 кемен. Дальше, эта хуйня никому не надо? Ну, давай я за десяточку возьму. Лес, блядь, что-то знакомое. По-моему, он у нас был как-то в гильдии, вроде, да? Что? Хлест? Вот этот клес шаман. Не помню, что-то. Володя, ты тут? Что? Так что, ты будешь топор? Нет, блядь, или я его отдаю? Мне нужен. Ну все, уже ЕП снято, все, подскажи. Да нет, 2500 поставили, блядь, ставь дальше. Если ты будешь дал. Боже. Володя, ты будешь ставить больше 2500? Алло, Володя, нет, нет, да, блядь. Володя, Т4 печенька, Володя. Ну давай, поставим. Не он там. Ладно, хорошо, давай, блин. Верни ему ЕП. Дальше. Ой, блядь, не туда, не туда. Подожди, там 300. Понесу. 300. Ой, подождите. Пускай нахуй. 2500, а у тебя нету 300, конфил уже. У тебя нету 300. У него уже снято было. Я ему сразу же снял. А, снято. Пускай берет все. Снял. О, конфил, давай обмен. Да пояс не буду давать, нахуй. 600. Все, тихо, пожалуйста, блядь. 600 еще сними, пожалуйста. Ему еще. Давайте заплачу. Поехали. 4К, Тойя. Тойя, ю-ю, 10500. Нихуя себе. Резко так повысили. Ну это бис, а чё, блядь? Ва-банк, типа, блядь. Давай, мем. Ну да, манхолика залепить нам. Давайте, стрюки. Ю-ю, обмен. ГЦ. Звёздочка на мне метка. Даже не дрались?
Кинкай, ты чего не дрался за плащ? Да нахуй драться, мы нормальные пацаны. Семьсот. Раз, два, тысячу. А нахуя тебе? Ладно. Следующий стропат, 3. Давайте следующий. 3 токена такие. А четвертый какой? Четвертый? Ой, находник шел. Пиздец, блин. Че, полетели пока, да? Володя, ты тут вообще? Скрипатина 800, еще один такой штуки.